Союз нерушимый. В эфире программа «Союз нерушимый». Здравствуйте, вас приветствуют ведущие передачи Азиз Агаев и Владимир Сметанин. Настроение, как обычно, у нас превосходное, замечательное, хорошее, несмотря на морозный денек. Так у нас к морозному деньку есть кое-что, что поможет нам согреться. Согреться, да, безусловно. Да, потому что кусочек солнца, который сегодня в нашей передаче будет преподнесено, а то, что мы будем сегодня обсуждать, оно содержит в себе большой кусок солнца, потому что без этого, то, о чем мы будем говорить сегодня, не может никак доставлять удовольствие. Это сегодня виноделие. Виноделие как часть истории и культуры. Философии, искусства. Италии. Вот так мы сегодня сформулировали тему. Аплодисменты, да. Все уже готовы слушать. Я напомню, что прошлую передачу мы посвящали виноделию Грузии и Аргентины, и вот мы решили продолжить. Да. Тем более, что у нас замечательный есть гости, вернее, в студии, которых мы рады представить. Да, я хочу и от всей души искренне представляю Франческо Боничелли, моего большого друга, но одновременно друга, который позволяет гордиться им. Это большой бизнесмен, который уже 10 лет ведет дела в России и ведет успешно. Сегодня клиентами его компании являются фирмы Kandi, Bosch, LG, Beko, Indesit. Домохозяйки в курсе, да? Это один из вдохновляющих примеров умения вести бизнес в Кировской области в нелегкой обстановке, условиях, и его верный друг и переводчик, специалист, и я должен, по итальянской культуре. Да, должен подчеркнуть, что она еще и прекрасно знает итальянскую культуру, которая будет помогать нам одновременно и участвовать в нашей беседе, и одновременно помогать Франческо, когда он будет испытывать трудности с русским языком, потому что великий русский язык, он непрост, его даже за 10 лет сложно целиком полностью выучить. Я вот уже достаточно длительный период русский язык изучаю, и еще не считаю себя самым крупным специалистом в этом деле. Ну, в общем, Александр Паскрюхович, добрый день тоже. Добрый день. А, Франческо, а вы из какого района Италии? Ломбардия, это области, город Бергамо. Угу. Город Бергамо. Вот, ну, сейчас Бергамо, да, можно напрямую из Кирова лететь. Киров Внуково, Внуково Бергамо. Да. Через компанию Победа. Я хочу до рекламы. Но это не самое известное место для вина в Италии, но все равно тоже, ну, у нас есть хорошие. Если непосредственно сразу к теме переходить, насколько я понял, готовясь к программе, вот я нашел даже, признаюсь, целый сайт, посвященный виноделию в Италии. Я просто утонул в этой информации. Но я, было интересно, я так смотрю, да, по глазам. Я понял, что виноград растет везде. В Италии. Где делают вино? Везде. Даже на Альпен. Даже на 1800 метров. На уровне моря. Слушай, Франческо, а какие вообще вот условия надо, чтобы вот виноград, вот итальянские вина известны во всем мире. Какие условия надо и почему они вообще известны во всем мире? Потому что это морфология Италии, это первый. Потому что Италия – это на длинная и короткая узкая страна. Но 200 Апеннинский километр, полуостров, да. 200 километров и 1000 километров длиной. На правом море, на левом море. Посередине горы. Да, и наверх есть это Альпен, который идет как стена. Поэтому все воздух, который идет из моря. Горячий и влажный. Да, горячий и влажный, конечно. И держит на эту стену, и потом на морфологии земля, аргилла, не знаю, как сказать. Что он имеет в виду, морфологии? Имеется в виду почвы, состав земли. Да. Особенный состав. Подходящий для того, чтобы лоза вырастала. А потом есть эта котельная гора, которая Апеннини, которая резает из моря до моря. Да. Поэтому есть все структура, которая, Боже, дал все на Италию, которая была очень интересная страна, чтобы есть возможность, виноград растет везде. То есть самый лучший везде виноград, получается, для вина растет из-за того, что есть такие условия в Италии. Да. Понятно. Еще не хватает технологии, как Франция, что недалеко, как процесс делать вино. Поэтому самое известное вино – это еще на Франции. Все равно мы недалеко, как качество, как
вкусно, как счастье, как вкусно вино, как сказать. Вообще, надо заметить, что Италия, она входит в тройку мировых лидеров по производству вина. В тройке этой традиционно присутствует Испания, Франция, еще кроме Италии. И они вот между собой еще соревнуются, кто на первое место выйдет. Да, ну, как объем винограда всегда Италия была. Даже много вино, как Петрус из Бордо, есть 30% винограда из Сицилии, чтобы добавить алкоголик и сахар. То есть Бордо добавляют 30% винограда из Сицилии. То есть французы только притворяются, что это их вино. Да. На самом-то деле это наполовину итальянское, да? Да, потому что не хватает солнца. Сырье, да. Вот именно винные материалы поступают из Италии, чтобы сделаться французским вином. Ну, это же экономика там, да? Нет, это все потому, что вот это характеристики вина, о которых сейчас только что Франческо сказал. Об уникальной местности, винограда, об уникальности местности. И виноград растет именно такой, который дает вот именно тот вкус. Вот только что Франческо сказал, что и ощущение счастья, когда как бы ты получаешь этот виноград. Не будем тут говорить там и рекламировать, да? Ну, вино можно назвать символом Италии неким? То я думаю, да, конечно. Но... Какое место вино хорошее, настоящее занимает в жизни итальянцев? Ну, мне только сказали, что везде, конечно, есть, значит, на мой взгляд, это самое известное место и интересное место, чтобы растет вино, это Тоскана. Тоскана. Конечно, есть Пьемонте, тоже очень интересно. Сейчас растет новые зоны, как Сицилия, Кампания, на юг, где начинали делать хорошее вино с Сира, с Таурази. Но я считаю, что Тоскана это на первое место. Даже сами 4 из 5 самых вкусных и известных вино в Италии растет на Тоскане. А какие это 4? Это Массета, это Брунелло Монтальчино, Солайо, Сассикая. Ага. Александр, я хочу, чтобы вы проговорили, чтобы было понятнее еще. Массето. Массето. Солайо. Солайо. Брунелло ди Монтальчино. Брунелло ди Монтальчино. И Сассикая. Это сами 4. И Сассикая. Вот 4. Это 4 места. Да, на 4 вино. Это 4 вида вина. Имея вина. Это самые лучшие вина тосканские. Внутри есть разница винограда на этой бутылке. Массето и Брунелло я видел и пробовал, да. Массето, я думаю, что это мерло, импурецца, мерлон пурецца, 100%, 100% мерло. Чистое мерло. Массето. Да, он растет на севере Тоскана, на области Ливорно, на провинции Ливорно, и там даже эта земля нашел давно один человек, который был половина американский, половина русский. Я забыл, как он... Вовсе даже не местный уроженец. И там сказал, что поскольку там есть аржилла. Поскольку там глинистые почвы. Там надо бизонь пиантарио, на пиантарио ди вино мерло. Поэтому там следует возделывать виноград типа мерло. Да, мерло. И там растет уже 1986, поэтому небольшая история это вино. А я считаю, что это самый вкусный и известный бутылка, и даже самый дорогой бутылка вино в Италии. Вот прозвучавшее название вина, они что собой представляют? Белое, красное, сухое, полусухое? Тоскана это только красное. На мой взгляд, вино равно красное. Потом можно быть много критиков. То есть белое, Франческо считает, что белое вино это напиток. После критики ранее мультима. Возможно, говорит, кто-то меня услышит и будут критиковать за эти высказывания. Но вино равно красное. Остальное, на мой взгляд, это вино. Вино может быть только красным. Ну, а как связаны как бы вот вино и градусы этого вина? Еще раз. Вино и крепость вина. Да. Вино бывает 11, 12, 13. Это понятно. Это каждый сезон отмечает на градус. Потому что если это солнце всегда, это одно. Если нет солнца. Я знаю примерно, что Массето, если виноград не дает меньше, чем 13 градусов, они не будут это году делать, это вино. Ага. Были 2 года из
1986 до 6 лет назад. Это первая бутылка, которая есть на рынок, потому что 6 лет это процесс. Чтобы... То есть минимум 6 лет должна стоять? Она идет один год на бутылка до конца, а 5 лет на бочка. Угу. И ровер это франшиза. А сначала в бочке, потом... Из бочки из французского дуба. Да. Угу. С французского дуба. Да, а, да. Ну, значит, у французов вы все-таки что-то берете. Туда кинные материалы, оттуда... Абсолютно. Конечно, берем. Да, конечно, конечно. То есть, получается, что в те годы, когда солнца недостаточно, то производитель может вообще не производить вино, да? Мы говорим по поводу таких известных бутылок, да. То есть, известные. Бывает, да, бывает. И меньше 13, это уже, как бы, считается, там, неудобно выпускать. Да, это уже невозможно, что это... Questo liquido, diciamo così, prodotto, non può essere messo in bottiglia, essere chiamato masseto. Дело в том, что, говорит, в таком случае та жидкость, говорит, которая должна была бы разливаться под видом вот этого вина, она не может быть разлита в бутылке с этим названием. А, то есть оно все-таки разливается, да. Идет на то, но продается, как бы, по-честному. Понятно, что его никуда не выливают, а пользуются. И цена бывает другая, да? Другой уровень нет, поэтому это другой бренд идет, поэтому, конечно, другой цена, другая бутылка, другой имя, другое все. Вот меня что еще поражает? Огромное количество нюансов, огромное количество названий, терминов. И что, вот каждый итальянец это все знает? С самого рождения? Я думаю, что самая минимальная базовая информация знает, но не все знают. Не все, конечно. Не все знают. Надо немножко эсер пассионати ди квесто. Говорит, надо, говорит, все-таки обладать страстью к этому делу. Страстью. Да, да. Но я думаю, таких в Италии много. Много, людей, много, которые много, живут много этим. Лучше, чем я, конечно, много. Ну, вот я хочу сказать, что вот, Франческо, я знаю, что ты в свое время хотел быть специалистом по вину, да? Да, но я начинал 15 лет назад курс сомелье. Сомелье? Да, я начинал, я делал 3 года, потом за много проблем, работа, семья и так далее. Опьянтатори, потому что много пьянтатори. Мне пришлось оставить эти занятия. А сколько лет надо учить? 7. То есть ты из 7 3 проучился? Да. Но были 3 года очень интересно, и давай чуть-чуть снова по-итальянски, наверное, лучше. И они волюту, la mia massa cerebrale, coinvolgendomi in questa arte, che è capire che cos'è il vino. Дело в том, что, говорит, то, что я узнал во время этой учебы, это вовлекло как бы весь мой мозг, все, что я думал, знаю, для того, чтобы приблизить меня к этому искусству. К искусству, которое я называю вином. Потому что вино, это не просто есть красная бутылка, которая есть 12, 13, 14 минут, давай пью, и начинаю танцевать на стол с друзьями. Это вино, это, как мы сказали сначала, но это арт, это искусство, культура, это философия, искусство, это философия, география, астрономика и танто альтро. Это, говорит, и астрономия, и многие-многие другие аспекты. Такой... Ну, что ты имеешь в виду, когда говоришь, что вино – это искусство? Это надо просто, ну, нелегко сказать, надо просто чувствовать внутри, что это. Это процедура, да, особая, просто, да. Особая атмосфера, да? Да, да. Хотим вас сказать, что еще 3 слова изменяю по-итальянски. И тут и 5 сенси sono coinvolti nella lettura e nel decifrare ciò che dà questo il vino. Все 5 чувств, которые у человека есть, они вовлечены, когда он пробует то вино, которое мы называем, говорит, искусством. Все эти линии del visto, dell'udito, dell'olfatto. То есть это говорит зрение, это говорит обоняние, это вкус. И per ogni singolo elemento danno un suo grado di piacimento, di gradimento. И все это, вот каждый из этих отдельных элементов создает, говорит, некий градус удовольствия, того, что нравится. И la capacità di un individuo sta proprio in quello, percepire il massimo del piacere. Тут зависит, конечно, еще и от способности человека уловить все эти оттенки, уметь их различить. Tenete presente che quando si degustava i vini, un bicchiere ce lo tenevamo 2 ore in mano prima di portarlo alla bocca. Например, говорит, когда мы пробуем какое-то вино, ценное вино, мы, говорит, бокал вот наливаем,
прежде чем, говорит, ну, как говорится, опрокинуть там этот пригубить бокал, хотя бы, да, да, да. Надо 2 часа его еще подержать, вот, походить, полюбоваться, да, смотри, понюхать. Смотри, да. Перчепиры. Чтобы теплом от тела, да, чтобы воспринимать. Да, чтобы принимать информацию. То есть для восприятия той информации, которая содержит в себе это вино. Потому что это бокал, когда у тебя есть на руках, ты смотришь через солнце, через ветер, mm-hmm. да, и лошили, види гради, лярки, кефасу бикер, кефасу бикер. Ты немножко, говорит, поворачиваешь этот бокал, вот это вино проходит по стенкам, оно проходит волнами, как оно дальше оседает, возвращается в исходное положение. Тебя просит, готов ли ты общаться со мной, готов ли ты забрать меня? Это как, когда ты все прочитал на Мадонну. Ты целое кино нам рассказываешь здесь. Это говорит, вот сблизиться. Да вы сумасшедшие, скажут. Сблизиться как бы вот так. Вот этот вот процесс сближения, говорит, с вином, прежде чем его... Как будто ухаживаешь за девушкой. Как будто ухаживаешь за девушкой, которая тебя, которая, ну, тебе очень нравится. Это на фазе кортеджамента. То есть это, говорит, ведь целая фаза, целый этап ухаживания. Поэтому я закончу. Если ты готов, тогда бери меня и найти все счастье от сюда до сюда. И число 2-3 момента. То есть от языка, да, губ, да, до, и говорит, там, до желудка. Там, да? Можно разделить на какие-то там 2-3 этапа, вот как оно проходит. L'ultimo piacere lo dai questo punto qua, che è la parte più difficile. Последнее, это, говорит, вот где-то здесь, говорит, где вот горло, и начинается тут уже, ну, пищевод. Нужно 5 лет, вот, чтобы понять это, чтобы найти счастье. Здесь самый такой ответственный участок, где вот максимум ощущений. Удовольствие, да? Я еще не умею, но скоро буду. Но все-таки при этом некая умеренность и чувство меры важно? Сейчас Александр переведет, да. Non esagerare, dice, è importante sapere la misura nel bere, nel godere. Assolutamente sì. Конечно, да. Non serve quantità, serve qualità. Говорит, никогда, говорит, не, даже не задумывайтесь о количестве, а только о качестве. Да, только это важно. Счастье достаточно один сорсо. Одного глотка. Одного глотка достаточно, чтобы почувствовать себя счастливым. Да, да, да. Ну, а, ну, хорошо, давай приземлимся как бы к земле. А вот как в Италии, вот каждый день, вот в быту, в обычной, да, жизни? Да, в повседневной жизни. Это относится к вину? Это точно, это не я. Конечно, традиция Италии, это которая каждый на обеда и на ужин, да? ужин стоит на, обычно там мужчина на стол бокал. Бокал вино, бокал вино. Поэтому каждый день, скажем так, от 2 до 3 бокал, 3 бокал вино человек пьет. Ну, мы говорим, взрослый человек, да, взрослый говорим, мужчина. 35 до 65-70 лет. Ну, то есть до 35 сложно понять, что такое вино. В Италию валим можно каждый день. Да, да. Но это не значит, что это, конечно, это обычная бутылка, примерно, которая стоит до 10 евро, которая, конечно, не очень интересна. Но для меня это уже не вино. Это просто красная вода с алкоголем внутри, потому что бутылка вино, чтобы сказать, что это вино, не должно стоить меньше, чем 40 евро. Одна бутылка. Не менее 40 евро. Yeah. Но это итальянская цена, значит, здесь 3 раза больше. Здесь. Да. А, кстати, здесь у нас в нашем городе итальянские вина представлены. Да. Хорошие можно, найдешь, да? Можно найти хорошие, но цена это вообще-то прибитива. Запретительная. Запретительная. Да. То есть обычная российская семья не сможет себе позволить каждый день по бокалу итальянского вина. Ну, трудно, наверное, да. Но есть которые бутылки, которые ты видишь на торговой, на магазин, которые 100 рублей, 200 рублей, там написано Кьянти итальянский. Это через Китай, наверное, потом... Это надувательство. А, кстати, Китай тоже, он идет там, большими шагами в плане виноделия. Нам надо найти как-нибудь китайцев будет. Не спорю на это, может быть, есть, конечно, я это не знаю, но...
нельзя продать, я, на мой взгляд, конечно, бутылка на 100 рублей, 200 рублей, 50 рублей, это итальянское вино, это все кроме... То есть это неправда? Это неправда, это не вино. А как вообще формируется цена, стоимость вина? Ну, понятно, чем дольше оно выдерживается, тем дороже оно стоит. Что, ну, какие еще нюансы есть? Процесс. Quanto la stagionatura lunga? Di quanto, diciamo, qual è l'influenza? Ma è chiaro che è tutto... Cosa può influire sul prezzo? No, è il processo. È il processo per produrre questo vino che impiega in più fasi il costo. Так, в первую очередь, это сам процесс изготовления вина, который требует соблюдения многих этапов. Solo ed esclusivamente manuale. Во-первых, говорит, это сбор винограда. Uh-huh. Он осуществляется только и исключительно вручную. Даже есть немножко кантины, которые каждый, как это называется, грапполо? Кисть. Каждый кисть, они смотрят каждый шарик. Uh-huh. Это да, это нет, мусор. Сразу сортировка идет. Да, уже, через спектрометр, чтобы увидеть, сколько градусов есть. Uh-huh. Поэтому это первый шаг. То есть они уже на стадии как бы вот этого винограда, виноградинки, да, уже определяют, сколько градусов это может быть. Немножко, и, соответственно, уже... Каждая гроздь. Да. Романы Конти так делают, примерно, в Франции вот так на делают. Свет они определяют, да? Да, да, да. Это первый. Второй, это все процесс, который идет почти все мануально. И, руками тоже. Да, да, да. И все фазы, которые из бутылки, которые стоят на инокс, и на чаю инокс. Из нержавейки. Да, немножко дня, каждый день я должен попробовать, понять. Едем дальше, едем хорошо на этот процесс. И потом, после немножко времени идет на... Первая фаза на бочке большие, потом после этого идет на бочке маленькие. И каждая фаза... Переливается, да? Да, да, надо проверить. Поэтому Лили, всегда много народа. Да, да, да. Тормоза туда, бочки грандии, бочки... Да, разливается из больших бочек. А вот у нас на прошлой передаче был Гурам, грузин. Да, значит, как раз, да, который отвечал у вас. И он говорил, что ну, они тоже вручную собирают, да, там, да. Но, значит, а потом вот в эти в чаны они кладут этот виноград. Да. И ногами начинает его топтать. У нас, я думаю, уже давно нет такая. Есть. Если ты идешь на много итальянских дач, скажем так, которые есть на них земля виноград, они сами, тоже у меня есть, мы так делаем, берем друзья, и на темпо де ла вендемия пиджам кой пьеди. И говорит, во время сбора винограда, который называется вендемия. Вендемия. Это какое время года? Сентябрь. Осень. Обычно сентябрь, да. Сентябрь. Да, да. Mm-hmm. Потом, то есть это отвечает, какой погода есть. Если вторая половина сентября еще солнце есть, ты держишь еще чуть-чуть. Mm-hmm. Если не хватает солнца, которое было июнь, июль, август. Надо понять, каждый стадион, а на свою валютацию, и на свою дату вендемии. No, то есть каждый как бы год, в зависимости от ну, вот, климатических, так сказать, погодных условий, выбирается время сбора урожая. Да, и подумайте, что примерно на есть виноград, который можно жить, если процесс все хорошо делали, до конца жизни в мире на бутылка. Примерно... То есть он может и тысячу лет стоять, да, и две тысячи, да, и пять тысяч. Это Санджовезе виноград, Бароло виноград. Они... Дай бог нам это не проверить. Да. А почему? Смотрите, в следующей жизни вернемся и проверим. Да, после Второй войны самое лучшее лето, которое было, это году 1955. Uh-huh. На Брунелле Монтальчино, который делали на этом году на фирма Biondi & Santis, одна из самых известных компаний, которая делала Брунелле Монтальчино, они говорят, эта бутылка можно жить до конца жизни. То есть они дают гарантию. Да, да. Эта бутылка стоит от 15 до 30 тысяч евро. Еще раз, от 15 до 30 тысяч евро. Да. Бутылка вина Брунелло ди Монтальчино, сбора винограда
1955 года. Компания Бьёрн Десант. Она не имеет срока годности. Она всегда будет... Наверняка это, но... Но произведено только на винодельческом предприятии Бьёрн Десант. Ну, наверняка это на аукционах каких-то продается. Да, просто не купить. То есть это уже объект инвестиций тоже, в большом счёту. Предмет роскоши такой. Но ты Капинкёри, это известный ресторан, который даже Ашисагаев был за мной пару года назад. Вниз на этот ресторан есть кантина, которая стоит почти 5-7 миллионов евро бутылки. Да. А это Бьёрн Десант, 55, есть 30 бутылки. У него есть 30 бутылки. Это странное ощущение были, когда мы спускались в этот погреб. Это есть гранковонутый. Там есть тоже 30 бутылки Петрус. Это французский Бордо, 55 годов, 30 тысяч, 40 тысяч евро одна бутылка. И даже в рынок невозможно найти. Ну, кто-то фанатеет от старых автомобилей, кто-то от вина. Самый известный приват коллекция в мире. Семья Пинкёри. У нас небольшая пауза сейчас будет, небольшая реклама, и скоро мы продолжим. Союз нерушимый. Продолжается программа «Союз нерушимый». По-прежнему в студии Азиз Агаев. И Владимир Сметанин. И наши гости Боничелли Франческо. И Александра Поскребышева. И говорим мы о виноделии как части культуры, истории Италии. Я думаю, что очень интересный разговор у нас получается. Интересно. У меня вот есть вопрос, Франческо. Вот и правда, вот когда мы с тобой были вот, в винотеке Пинкьори, ощущения были странные. Во Флоренции. Да. Ощущения были странные, потому что реально там было вино стояло на, примерно на 7-8 миллионов евро. Вот. Ну вот скажи мне, пожалуйста, вот ты купил за 15-30, вот я знаю людей, которые там коллекционируют вина, вот купил он это вино, но зачем его покупать и ставить, если ты его не пьешь? Вот, это, вот какой смысл-то в этом? Ну, так ведь покупают не для того, чтобы пить, а вот для чего покупают? Вот как это можно? Вино это скажи, для того, чтобы... Ну, надо разлить это, да, я понял вопрос. Да. Ответ, конечно, есть. Это есть два категории. Да? Человек, который берет бутылку вина, чтобы пить, и человек, который за его приватная коллекция, чтобы найти счастье, просто смотри. Потому что вино, мы сказали сначала, это арт, это искусство, как самая известная картинка из Пикассо примерно, или можно быть в Лув. Некоторым сейчас это кощунственно покажется, сравнение бутылки вина с картиной Пикассо. На музеем на Лув есть на Джоконда, вы стоите там 3 часа, смотри, это картинка, то же самое. Когда у меня то есть люди, которые спускаются в свой погреб, стоят и 3 часа смотрят на бутылку, которую там они купили. Да, для... потому что это арт. Это арт. И смотри только этикетка. Да, смотри этикетка, смотри номер бутылка, смотри какой свет через солнце дает это ликвид, который в интерно, вино. Какой цвет, какого оттенка это вино, покажи, если на свет солнца... Это похожие эмоции, как смотри, Джоконда, это то же самое. Поэтому они хотят просто найти счастье на их музеум, который есть внутри на приват-кантине. Франческо, дома. Давайте вот дадим конкретный совет, возможно. Сегодня такой морозный день, так ежимся, не хотим долго быть на улице, хочется в тепло забежать. Вот придешь сегодня вечером домой, вот для поднятия, так сказать, вот душевных сил, что бы вы посоветовали? Вот как? Если вы будете гости к мне вечер дома, да? Какая бутылка предлагал пить? Да, это да. Вопрос. Какой сорт пить? Конечно, виноград, я могу сказать, Мерло. Мерло. Я amo le uve forti, i liquidi densi, corposi. Мне, говорит, нравится, говорит, такие вина терпкие, говорит, серьезные, говорит. А, вот мужские. Такими являются, да, Мерло. И поэтому за такой холод дня, минус 20 утра били. Я думаю, что это la miglior bottiglia. Я думаю, что лучшей бутылкой для такого морозного дня является именно Мерло. Офре кальдо. Потому что оно согревает. И чтобы не дали храма, я вам предлагаю купить Castello d'Ama, La Parita. Это одна бутылка, которая была известная, бренд немножко потерял, но я думаю, как они делают это Мерло, как они делают это вино, это...
просто счастье. Восхищение, просто, да? Просто, да. Надо будет... Кастелло Дама? Да, Кастелло Дама, Ла Парита, да. Вино Ла Парита. Ла Парита. Да. Ла Парита. Я в следующий раз отвезу. Привезешь. И вам буду, вас буду предлагать. Спасибо. Безразлично, надо будет промониторить. После нашей программы должны увеличиться продажи Мерлом. Мы поможем продавцам тем самым. Да, еще хочется интересный вопрос задать. Вот в прошлый раз, да, мы говорили о грузинском, в том числе виноделии, и Гура Махалая привел такой пример. Вот когда сын рождается... Вот в Грузии, когда рождается сын, да, отец закладывает большой кувшин вина, который закапывает в землю. 150 литров? 150 литров или 200 литров, или может и 400 быть. Закапывает землю, закрывает и до... Например, говорит, откроем, когда устроим сыну свадьбу. Или откроем, когда сын, когда сын, когда сын вернется с армии, например. Да, вот, нас, да. Вот есть ли такие традиции? Тоже традиции подобные? Поскольку я знаю, нет. Но все равно есть другая традиция, которую мы берем один бутылка. Примерно родился сын у меня сегодня, я беру бутылку этого года, отвезу на моя кантина, и когда у него будет 18 лет буду открыт. Ага. Да. То есть нечто подобное все равно есть. То есть ты берешь бутылку. То есть отдельную бутылку. То есть ты берешь бутылку, да, но какую-нибудь типа Бьон Ди Санти, да, или там... Ну, каждому вообще какая-то. Конечно, есть люди, которые не могут потратить там много денег, которые берет обычный бутылка, когда... В смысле, за 10 уже, евро? Уже не запить, это уже Марсала. Это уже... Тогда это неправильно, да? Да, это неправильно. То есть надо брать, сладкое, если... Сладкое, приторное, да, становится, ну, и непригодное. Для, да, у меня есть 6 детей, у меня на моя кантина есть все бутылки за... Да, quanto sono nati, ci sono ancora tutti. Да, подчеркну. Франческо, отец шестерых детей. На каждого есть вот... А del primo ce ne ancora due, che ha 23 anni. Я думаю, этому стоит посвятить следующую программу. Как стать отцом 6 детей? Да. С точки зрения итальянцев. Ну, надо будет тогда пригласить Франческо вместе с супругой. Кроме этих детей, старшему из которых 23 года. О, да, вместе, да, уже можно приходить. У меня еще два есть, потому что обычно я куплю 6 бутылок с покоши. 4 мы пили на варьетапе жизни мой сын, а сейчас осталось еще 2. Останусь еще 6, все есть. Потому что... Да. А если говорить о том, ну, мало времени, правда, остается, какое отражение вино нашло в искусстве, в литературе, в культуре Италии? Ну, тут Александр помогает тоже. Да? Diciamo questa arte di vino nella letteratura, nella cultura, nella cultura. Ну, forse per rispondere a questa domanda sarebbe da chiedere ad altre persone molto più culturate, più preparate di me. È difficile. Может быть, говорит, для того, чтобы ответить на этот вопрос, говорит, следовало бы обратиться к людям более подготовленным в культурном плане. Потому что вопрос очень глубокий. Нужно, наверное, ну, безусловно, то есть есть это отражение, да? Абсолютно. Обязательно, в обязательном порядке. Хорошо. Вот у нас, ну, в большой степени, я имею в виду в России, слово «вино» и «праздник» связаны. Да, тоже у нас. А вот в Италии? Да, то же самое. То же самое, да, то есть они взаимосвязаны, да? Да, да, то же самое. Хорошо, а какие вот в итальянские праздники, какой итальянский праздник является более, скажем, винным? Ну, для примеса религиозные, chiaramente, noi abbiamo... В первую очередь это религиозные праздники. У нас sono tre sacramenti che il ragazzo prende prima di sposarsi. In queste tre fasi si apre la bottiglia, si fa festa, si apre la bottiglia. То есть существует как бы три основных вот таких, ну, типа причащение, как бы, в церкви, когда человек, ну, до совершеннолетия он, его вводят, да, в церковь. Да. Это и в честь этих событий, разумеется, да, открывается бутылка, да, какого-то особого, да, вина. А потом четвертое, это когда 18 лет. А потом, совершеннолетие тоже, да? Да, да. А когда четвертая бутылка 18. Это 5 фаз, скажем так. То есть, по сути, это уже 5 фаз. То есть, поэтому ты берешь 6 бутылок,
да. И она старая. Свадьба – это пятый, последний, куда уходит? Шестой. Обычно идет, когда сын или дочка рожат первые. А, то есть, когда внук рождается. Да, да. Да. А как это хранится? На карантине это хороший вопрос. Это очень хороший вопрос, потому что кто делает такие бутылки, понятно, эти высокий бренд, они дают гарантии 15 этапов. Крышка? Нет, пробка. Пробка дает от 10 до 15 лет. Значит, фирмы примерно как Бьон де Санти, они предлагают тебе обратно на бутылку на карантине, они открывают бутылку, пьет 3 чел. После 15 лет. Если они считают, что вино живое, еще, они добавят еще 3 чели из бочка этого года, закрывается новая пробка, сертификат, еще 15 лет дальше. Это самая лучшая система, чтобы продолжать бутылка долго. Слушайте, никогда бы не подумал, 300, что существует такая услуга. От 300 до 500. Продолжение жизни вина. Мы когда были в этом на ферме Бьон де Санти, они это как бы явно предлагали. Да. Но эта процедура стоит от 300 до 500 евро. Ага. Да, это процедура. Не бедно живут эти люди. А на нормальной карантине, где влажность не высокая, и между зима и лето не большая разница температура, 15-20 лет хорошая бутылка, хорошая пробка, она будет жить. Ну, а какой вот нормальная разница температур в погребе должна быть? Она можно даже 15 градусов разницы, но она должна медленно. И может падать между там, но медленно. Да, медленно и без влажности. А, и без влажности. А, потому что любой скачок в температуре, он вызывает неизбежно влажность, появление влажности, а это может дурно отразиться на вине. Вот у меня еще такой вопрос, я думаю, насущный. Наверное, ведь в каждой стране люди есть с высоким, со средним, с низким достатком, да? Богатые, бедные. Да, но при этом вино, вот как часть традиции, оно должно быть все равно. Да, все равно. Все равно. Если для вас вино равно, это красный, скажите так, дистиллято россо, все сичи девесеры. Дистиллято россо. Куда? Ликвидо россо con алкоголь, дистиллято. Но если это для вас вино равно красный, да. ликвидо. Ну, это просто жидкость. Но это да. Должна всегда, на любая, бедная, нормальная, богатая, есть. Но я могу разделить, как я сказал, от 40 евро наверх – это вино. От 40 евро вниз – это суррогат. Это уже не суррогат. Да? Суррогат. Это уже не вино. Но это вино, которое нельзя хранить долго. Это точно нельзя хранить. И это процесс, который они делали, чтобы делать это. Это не процесс, который должна виноград... Deve subire l'uva per diventare vino. Процессы, ну, которые субъект должен... Те процессы, которые должен претерпеть виноград для того, чтобы стать вином. И su questo io non transigo, anche se ho qualche... И в этом не допускается никаких послаблений. Anche se molti mi criticano in questo... Но это итальянский подход. Это итальянский подход, хотя меня многие критикуют, но я убежден в этом. А, хорошо, а вот... Последний вопрос. Несколько секунд буквально. Хорошо, а вот когда не хватает количества солнечных дней, и все-таки из этого делают... вино. Это каждый человек, каждая фирма знает, что добавить, чтобы дает тебе хорошее. Поэтому ты говоришь, что это суррогат. Да. Все понятно. Хочется продолжать, но вы время нам не позволяете. Да еще куча вопросов. Да. Что-то ты, Володя, меня останавливаешь. Давайте договоримся, что мы еще встретимся в ближайшее время на ту же самую тему. Договоримся еще? Про кухню еще можем смежно поговорить. Вот про кухню. Вино ведь оно еще в приготовлении. Недавно Франческо, значит, тут организовал нам итальянский стол. Он готовил сам в течение 2 часов. И ничего не осталось. Представляешь? Все съели. Спасибо. Вот. Спасибо. Завершаем на этом программу «Союз нерушимый». Боничелли Франческо, Александр Поскребышев, Азиз Агаев и Владимир Сметанин. Да, спасибо большое за эту теплую встречу и хорошую беседу. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. «Союз нерушимый».